двумя днями ранее. Твою мать, кого я записал как личный номер? Ладно, отвечу. У тебя одна минута выметать из дома. Шишки, мартышки, я даже кровать успею заправить. Ладно, посмотрим по камерам. Их трое, и они трутся в ворот. Время есть, чтобы собрать бабки. Твой желтенький контур, он уже у двери. Куда еще заныкал бабло? Времени нет, валим! Он здесь! Попался, говноед! Я нашел его! Вытаскивай свой зад из окна! Я свалил! Из своего же дома! Черт подери! О, у меня есть джакузи на заднем дворе. Почему я сейчас только об этом узнал? Надеюсь, они не сильно расстроятся, что дома не убрано. Валим. Спасибо тебе, белая стрелочка. Ёлки-палки, с бугой мне это, конечно, перебор. Красца! Кто мне тут граффити напихал? Зачем обозначать алмазом сарай? Тут же явно ничего полезного. Лом, ключи, фонарик. Тьфу, ёлки, я думал, тут драгоценности. Адьос, ребятки. Зашипись. Личный номер, тачку подогнал. Опять ты? Алло. Ну чё я тебе хочу сказать, ты в полном дерьме. Долго ты вообще продержался так? Но так как ты мой друг, я тебе помогу. Но не за спасибо. По твою душу идет целая преступная организация. Так что, дай-ка я подумаю. Допустим, ты разозлишь пару человек, проберешься в пару домов, а потом я тебе помогу. Для начала было бы неплохо залезть в 102-й дом. Там сейчас никого нет. Так что пробраться туда не будет никаких проблем. Ну вот, опять за старое. Почему 102-й? Может, я хочу 103-й или 104-й? Ну да, на что я рассчитывал вообще. О, отлично, то, что нужно. Блин. О, черт. Твою ж вмятину, да что ж за день-то такой? Старичок, стой, я просто соль зашел попросить. Куда же ты? Ты меня запер на своей территории, придурок. Он еще и дверь успел закрыть. План меняется. План, которого не было, это куда-нибудь заныкаться. Тяжелый рукавица, он все закрыл. Может, окно разбить? Не, я так больше внимания привлеку. Мусорка, ты мое спасение. Скорее в кусты. Ладно, так и быть. Фу, буду придерживаться плана со 102-м. О, бабочки. А это еще сейф, что ли? Еще и закрытый. Если хочешь что-то спрятать, спрячь это у всех на виду. И тогда я это найду. Обожаю открытые двери. Еще и ключ оставили, ну просто бинго. Ну, поехали. Абонент недоступен. Надо бы автограф оставить, что здесь был. Настоящие домушники никогда не выходят через парадную дверь. Только через заднюю. Эй, чувак, а что это у тебя в руках? Надо глянуть, багажник у меня пустой или нет. Пустой. Это ж Тесла! Тесла! Надо угнать ее! Мужик, стой! Это ограбление! Я тебя догоню, ты от меня не уедешь! Я занимаюсь спринтом! Я бегун! Я догоню! Дыхалка ни к черту! Е-мое! Надо подрезать его! Еще чуть-чуть! Ну уже! С дороги! Еще! Подрезаю! А? Это как? В смысле я на крыше? Аэродинамикой что ли задуло? Надо спрыгнуть и опередить его.
Стоять! Чё ты на меня свой вопросительный знак поднял? И чё, что я загородил путь? Выходи из тачки! Блин, он с музла, походу, не слышит. Ладно, я сейчас... А где лом? Надо бы выгрузиться. Это сумка битком. И вторую ходку делать. Твою ж в мять! Тебе повезло, мужик! Очень повезло! Чё ж за день-то такой упоротый? Всё как-то через жопу выходит. Да чтоб меня! 50 баксов на ремонт, вы издеваетесь? Винцо. Мне срочно нужно винцо. И это мне тоже нужно. Да, машину я проканул, конечно, как мудак. Здесь никто не впалит. А, блин, двери забыл закрыть. Ну вот, так моя душа будет спокойнее. А то добрые люди же все-таки там живут. Сраный воробушки 250 баксов, за что? Говяная вылазка, нафига я на нее согласился? До нее было 650 в кармане баксов, а теперь 365. Аттракцион неведанного грабежа. Это не я кого-то обставил, а меня выставили. Вроде это то место. Тот ломбард. Никого нету, тишина, ночь. Погнали. Держи, Баребул. О, подсвечник. Можно стырить. Не смей красть у чокнутого Джо. Ага, это товар дня. Тройная цена. У меня такой есть, кстати. Добро пожаловать к чокнутому Джо. Я покупаю все, но почти предпочтительно краденое. Если хочешь продать крупняк, просто скинь его на пол и скажи мне. Картину кинул! Покупай! 120 баксов за картину. Нормусь. Винцо 35. Неплохо. Надо еще с тачки за... Опять ты. Я смотрю, ты баблом обзавелся, но оставь их у себя. Мне нужно кое-что из 104-го дома, но чтобы туда попасть, нам понадобится дрон. А так сложилось, что в 103-м парень купил его как раз. Выясни, когда этот парень уходит на работу, и просто выкради дрон. И просто выкради дрон, да конечно-то. Чего тебе еще надо? Алло. Ну что, видишь его? Отметь его задницу, чтобы знать, куда он пойдет. Ты чё, каждые 5 секунд будешь звонить? Лады, время планировать. Ты увидишь его следующее место назначения, а это весьма полезно. 16.00 ты дома. 17:18. Как же ты задрал? Ну вот видишь, даже дневник не нужно просматривать, чтобы понять, куда он пойдет. Мои источники сообщают, что он покинет дом в 5 вечера. Правда, есть проблема. Словом, идти нельзя. У него звуковая сигнализация. Она тут же сработает. Придется научиться взломывать замки. Поезжай в убежище и проверь компьютер. Там кое-что поможет тебе поднабраться опыта. Он что, прикалывается? Нет бы сразу вначале в убежище заехать, все сделать и потом сюда гнать. Туда-сюда мотать. Кто мне бенд заплатит вообще? Ну, милый же домишко, правда? Только не забывай платить за него. А то копы придут, а это не нужно нам. Я тебя не слушаю. Киса, иди спинку почешу. О, 25 XP! Я тебе сейчас до смерти зачешу. А это что за мусорка? Предметов нет. Ладно, пойду свой новый домище... Хотя нет, подожди. Сперва надо осмотреть окрестности, чтобы план отхода спланировать. О, сарайчик, сранчик. Тут можно будет стенку пробить. Гараж для краденных тачек. Можно их ныкать здесь? Сколько это будет? Всего 8 тысяч баксов. Дай лучше в паркинге где-нибудь заныкаю. Ладно, теперь можно и в дом зайти. Газовый баллон? Отсылка на то, что меня могут подорвать? Нет, я уже проходил это. Не выжил. Надо бы переодеться. Так, так, так. А это, походу, моя спальня. Упс, скажите-ка, шика раздавил. Камеру видеонаблюдения. Обалденно, хорошая штука. Есть что дом пожрать. Чё-то как-то совсем пусто. Мне не нравится. Хотя бы 15 баксов где-нибудь бы оставили. А, ну да, это же мой дом. О, семейная фоточка. Пасхалка яиц? Ничего себе, у меня, оказывается, не все яйца есть. Так, ванная комната. Тоже ни черта нет. Ну, за такую пустую квартиру можно и автограф оставить.
А, блин, это же моя квартира. Да чтоб меня! А кто мне возместит починку унитаза? Если я свою тачку ломаю, с меня бабки списывают, а с унитаза не списали. Короче, надо подальше держаться от моей хаты. А то если я в хате, это значит, что ее надо либо грабануть, либо что-нибудь там разнести. Я лучше вот подрифчу. О, зритель ночной, ништяк. Сейчас я вокруг него, как вокруг столба дрифтану. Смотри, дедуля. Эй, дед, ты что такой безэмоциональный? Нифига ты крепкий. Эй, дед, тебя подтолкнуть? А чё ты ходишь, как собака на задних лапах? Твою в мять, дедуля оказался не таким крепким. Надо валить. 103-й дом, в нем есть наш дрон. Опа, камеры. Аккуратно. Вот и отмычечки пригодились, хорошо, что я их купил. Как только ими пользоваться-то? О, пошло. Ну, походу, есть! Не профукал я свой талант, еще взломаю замки. Как порядочный домушник, закроем за собой дверь. Спасибо! Обожаю, когда оставляют на заднем дворе бабосики. Так, хозяин дома. Он дома, чуть не спалился опять. Опа, это было очень близко. Но он меня не видит. Это мне, в принципе, на руку. Пускай ковыряется. Все заперто. И как же проникнуть внутрь? Конечно же, кирпич. Мой старый крепкий друган кирпич. Или выручай камень по-другому. Надо отвлечь этого домоседа. Кажется, сработало. Опа, он вышел. Да, он свалил. Кирпичик, где ты? Нужна твоя помощь. В смысле ты не разбил окно? Отвалим. Меня спалили или нет? То тебя сейчас спалили. Вот я дебил. Что делать? Что делать? Куда ныкаться? Входная дверь открыта. Взломаем входную дверь, елки. Я слышал, как закрылись ворота. Этот придурок опять меня запер на своей территории. Ну ничего, зато в этот раз я попал внутрь. Скорее, скорее, скорее. Надо ныкаться, ныкаться. Под кровать. Под его же кровать. Если меня найдут, то офицеры будут долго ржать надо мной. Кажись, пронесло. Копы свалили. Теперь мы один на один. Можно пускаться во все тяжкие. О, ключик. Это здорово. А вот и дрон. Твою мать, ты так не вовремя, меня сейчас спалят. Вы не тазите из моего дома. Меня здесь нет, это барабашка. Все капец. Мужик, это Макрух, это меня увидел. Мне придется тебя убить. Стоять. Да елки-палки, какой ты шустрый. Штраф 200 баксов. У меня тачку подороже было чинить. Ничего, чувак, оклемается, он вроде живой остался. Но две звезды у меня впервые. О, он уже пришел в себя. И опять в панике побежал. Наверное, мне тоже лучше бежать. Мусорка, ты же меня спасешь. Вообще норм замаскировался. Ну, конечно, две звезды это сильно. Опа, целых два. Черт возьми, он, похоже, свалил. Хозяин 103-го думал, что так легко отделаться от меня? Ну же нет. Блин, я хотел окно разбить. Три звезды, за что? Я просто кирпич кинул и не попал никуда. Боже мой, что со мной будет? Они еще вертушку прислали. Нет, мне теперь укрытие. Надо бежать. Я понять не могу, за что три звезды? Даже когда я чувака оглушил, у меня всего две было. Не надо меня палить. А, они стреляют по мне. Ёлки-палки. Мама мия. Спасите, помогите, подвезите. Люди добрые, убивают. Прямо средь бела дня. У меня вообще-то есть права. Я только начал свою карьеру после застоя. Буду идти по стеночке, так вроде не... Полиция, полиция. Вокруг полиция, кругом полиция. Куда вам едет полиция? Да хватит меня. О, детская площадочка. Я ребенок, который играет на детской площадке. Я ребенок. Я качаюсь на качели. Хватит стрелять по ребенку-переростку. К вам ехать. Да куда еще им ехать? Все, я валю домой. Как прекрасно, когда можно просто свалить в домик. И никакой вертушки, и никаких копов. Все заперто. И тишина. А самое главное, что дрон у меня. Mission complete.